В Магадане отпраздновали День учителя. Валентина Гайдалович работает преподавателем географии более 30 лет. Получила высшее педагогическое образование в областном центре Колымы. Однако сомневалась, стоит ли связывать жизнь с этой профессией. Однако после того, как проработала несколько лет, поняла, преподавать хочет и может. Конечно, у меня есть состояние праздника, и все так торжественно, даже волнительно. Но немножко, конечно, вот если бы не было коронавируса, наверное, было бы еще лучше. Но, тем не менее, даже в этих условиях вот, меня и коллеги поддержали, и поздравили. Мне это очень приятно. Мэр Магадана Юрий Гришан вручил Валентине Гайдалович награду «Почетный работник». Также глава муниципалитета пожелал сотрудникам образовательных учреждений успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья. Я хочу в этот день поздравить все учительство, все сообщество учительское с профессиональным праздником, Днем учителя. Мы обычно собирались в больших залах, мы даже приглашали артистов с материка с тем, чтобы создать праздничную атмосферу для учителей. Но вот сейчас жизнь такова, что я хочу по максимуму проехать все школы города Магадана. У нас есть такой информационный повод, у нас присвоены звания «Почетный работник образования города Магадана» многим нашим учителям. Профессиональный праздник работники сферы образования отмечают во многих странах мира 5 октября. Такую дату выбрали по инициативе ЮНЕСКО. В этот день чествуют преподаватели, благодарят их за труд и неоценимый вклад в развитие общества. В Магадане работают более 3000 педагогов.